Всем привет, с вами Дис, я на игре Ren Skies и подготовил для вас такую вот дырочку. В нее мы сегодня поставим Molecular Assembler Chamber из Applied Energistics. Будем делать именно сегодня его, а потом займемся фермой дерева. И не обычной фермой дерева, а громадной фермой дерева, так что это будет весело. Но я обновил сборку снова, теперь это версия 3.1.4, и на ней исправили тот баг, который был с книжечкой, где мы могли все редактировать и смотреть. Теперь все в порядке, и я вижу, что квест с CobbleGen, да, переместили сюда, а Octuple Compressed Cobblestone одна штука здесь нужна, потом я собираюсь выполнить квест Vanilla Lover, довольно легкий квест, плюс нам дают табличку, хочу посмотреть, как она будет выглядеть, ну и reward back. Правда, не знаю какой, но, наверное, было бы прикольно. Я как раз в будущем собирался построить бэкон, маяк, и вот, думаю, подвиделся случай. Но об этом чуть позже, потом, в будущем, да. Пока мы строим, в общем, Molecular Assembler Chamber, для него нам потребуется много ресурсов, и первые из них это вот такие вот штучки. Я раздробил себе много вот Nether кварца. Сейчас нужно будет 6 из них нам пережарить в силикон, чтобы у нас вот такой вот силикон получился. После этого мы будем выполнять как раз таки то, что нам нужно. Нам нужно 28 вол, 14 hit event, 2 CPU, 1 провайдер. Провайдер. Что я написал? Я не знаю, что я написал. Короче, я тут подготавливался, расчеты составлял. Ну, в общем, для всего нам также потребуется 3 обычных микросхемы и 3 улучшенные микросхемы. Очень, знаете, интересно сделана вся система в новом Applied Energistics. Там прям специальная машина будет заниматься вот созданием чипов. Вообще очень классно сделано. А, кстати, да, нужно будет сейчас сделать фертилайзер. Тот, что будет нам удобрять вот этот саженец, чтобы мы могли... так. Вот, sort key delay, потому что неудобно, когда я нажимаю на R, чтобы сортировать. Короче, ладно. Вот, нужно будет сейчас фертилайзер делать, чтобы он удобрял нам вот этот саженец, чтобы хоть что-то, хоть какая-то листва у нас шла и сгенерировала земля. Так, сейчас нужно еще 3 алмазика нам достать. 3 алмазика — это не проблема. 3 алмазика у нас должны быть здесь. Так, один алмаз пока только. Давайте тогда возьмем блок. У нас тут 6-7, уже изумрудов стало больше, как ни странно. Да, потому что изумруды должны с меньшим шансом выпадать, хотя, в принципе, там одинаковый процент написан. Так, давайте пойдем сплавим все наши процессор ассембли. Сейчас они нам все пригодятся для создания каких-то, блоков этого многоблочного механизма. Я постараюсь сделать, даже не постараюсь, я сделаю 3 на 3 на 5. То есть, вот, видите, я здесь сделал такой вот проем. Тут у меня каверы внизу стоят, чтобы все красиво смотрелось. Вот, 3 на 3, и вот 1, 2, 3, и еще на 2 блока эта штучка будет нас выпирать. То есть, скорость должна быть хорошая, если оставлю 2 процессора. Да. Это все обратно кладем, и начнем, пожалуй, с производства вол. Вот такие вот блоки. ME Assembler Containment Wall крафтится по одной штучке, и у нас сильность на все хватает. Очень много ресурсов у нас на все хватает. Вот так вот потихоньку. Ага, железо кончилось, но это не проблема. Мы всегда можем сделать его с помощью вот таких вот блоков замечательных, просто взяв и скрафтив их вот так. И я, пожалуй, докрафчу. Давай еще 90 штучек, 90 железа, давай. Оп. И вот сюда. Мне кажется, сейчас у нас уже золото закончится, но ничего. Бывает и такое. 12 штучек нам еще нужно. Вот, у нас теперь 27, 28, 13 нужно было. Вот, как раз золото закончилось, но ничего, вроде оно нам уже не понадобится. Сейчас нам нужен хитвент. Вот такой вот блок крафтится из ME Cable. Кстати, вот прям ME Cable я забыл. У нас есть raw пластик, у нас есть флюк... Нет, флюк даста нет, будем сейчас делать. Сертус кварц, редстоун, пластик и незер кварц. Так, значит, где-то давайте сделаем вот столько. 28 флюкс даста нам, в принципе, хватит, но можем еще немножко добавить, если там уж много у нас пластика. Я не помню, чтобы у нас много пластика просто было, потому что он нам еще понадобится для создания проводов. Проводов, которые мы как раз сейчас и будем делать. ME Cable.
Вот по такому рецепту. Но до финиша будем делать. Вот до финиша. Вот он и случился. Теперь будем делать заборчики. Если по одной штучке мы будем крафтить, то нам нужно будет... сколько? Если тут по 16? 4 раза. 4 раза крафтить железные вот эти вот штучки, да. 4 раза. То есть так. 1, 2, 3, 4. Если я все правильно просчитал. Теперь мы сможем сделать 14 таких вот штучек. В идеале можем уже 16 сделать, но 16 нам не нужно. Нужно лишь 14. Все. Теперь будем делать 2 ЦПУ. Вот теперь уже нам потребуются наши процессоры. Так. А также Glowstone, который у нас тоже есть. И все. У нас, видите, все довольно просто крафтится. 2 ЦПУ делаем. Один провайдер. Вот он, паттерн провайдер. Делается уже сложнее. Тут нужен storage cell. Он делается так вот. Тут нужен conversion matrix. Она делается... Ага, у нас тут Nether Quartz не хватает. Он весь в блоках. Он весь в блоках, он весь в блоках. И он еще вот здесь вот припасся. Возьмем, пожалуй, целых 48 штучек. Такое огромное количество. Так, и... Так, нужно что-то выкинуть. Сейчас, пожалуй, я вот эту пыль выкину. Точнее, положу туда. Начну крафтить. Это тоже выкину пока. Это сюда. И снова крафчу. Еще один стак. Все, на этот кварц у нас теперь хватает. Два conversion matrix мы делаем на все процессоры, что у нас остались. И снова смотрим рецепт провайдера. И делаем его уже... Да, верстак у меня тоже здесь был припасен. По-моему, это все, что нам нужно для Molecular Assembler Chamber, если я не ошибаюсь. И давайте уже начнем его постройку. Делается он довольно просто. Нам нужно лишь создать раму, то есть все грани вот из этих стен. В других блоках, которые тоже входят в корпус, поставить вот эти вот вентиляторы. Вот так вот. Теперь у нас на два блока выпирать эта штука будет. Блоков у нас должно хватить. Как раз. Раз, два, три, четыре. И в оставшиеся блоки, в оставшиеся слоты, мы кладем, ставим хитвенты. Так, теперь я не знаю, сколько там у нас места осталось. Больше, чем я ожидал. Так что здесь нужен паттерн-провайдер. Тут уже можно класть паттерны. И два ЦПУ у нас вмещаются. Странно, что всего два. Я рассчитывал, кстати, на три. И вот мы уже все выполнили, теперь нужно эту штучку нам соединить, ME Cable у нас с собой. И в принципе рецепты я буду подготавливать за кадром. Сейчас нет надобности все это подготавливать, потому что это бессмысленное занятие. Сейчас мы будем делать другое. Сейчас нам нужно, во-первых, сделать вертилизер, вот такую вот машинку, которая будет удобрять все, что рядом. Так, здесь нам нужен glass bottle. Здесь у нас есть кожа, здесь у нас нужен машин фрейм, он вроде тоже есть. Здесь нужен Restone Reception Coil. И все, да, фертилизер готов. Теперь мы ставим его... Где мы ставим его? Здесь. И проводку, проводку проводим. Hardened Energy Conduit. Они совсем рядом. Вот так вот. Теперь он у нас должен работать, но мы его неправильно поставили. Он должен смотреть вот сюда. Красиво, кстати, он переливается. Вообще, мне очень понравился мод Mindfactory. Неожиданно, но очень мне понравился. Так, и теперь, наверное, пока здесь у нас будет по одной штучке, мы вручную положим Bone Meal. Bone Meal. Так, неужели ты не принимаешь вот эти вот баги? Если что, я могу сделать так, да? Да, могу. Могу пока положить тебя. И ты нещадно должен начать их тратить, верно? Нещадно должен начать их тратить. Не знаю, почему пока этого не происходит. Я, пожалуй, скрафчу. Положу весь Bone Meal сюда. Снова скрафчу и положу весь Bone Meal в эту злостную машину. Но почему ты не начинаешь работать? Я уже думал, сейчас у нас листва пойдет. Ладно, значит, будем заниматься нечто другим. Для постройки фермы дерева нам потребуется большое пространство из земли. Земля у нас есть. Мы будем делать 9 на 9 и еще 9 на 9. Сначала все будет с обычной фермой. Так, кстати, мне еще нужно посмотреть здесь вот режим. Здесь мы вроде срубаем листья, да. Sheer leaves, yes. Нужно будет на одном убрать такую вещь.
На одном оставить, чтобы листва с одной 9 на 9 фермы шла, с другой нет. Так, значит, нужно еще отсюда сладж выкачивать. Пожалуй, этим займется портейбл танк. Круто. И все, теперь машина должна работать. Сладж тоже нужно будет куда-то убирать, потому что если есть сладж, то эта штучка не работает. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. У нас заспавнилась злая собака. Гоняла за этой овцой, которая тоже заспавнилась. Вот. Вторая собака уже заспавнилась. Внезапно. Внезапно, ребят. Я сделаю себе Джорджа. Кто помнит? Кто олдфак, интересно? Вот кто крутой, очень крутой олдфак? Я сделаю Джорджа и сына к нему. Вот представляете? Джордж, привет. Где твой сын? Где твой сын? Не говори. Окей, он у меня дома. Ты уже у меня дома, браток. Круто. Круто, 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 круто. Все, ты тоже моя прирученная собака. Вот теперь у меня тут будет Джордж и его сын. Да, мне нужен неймтег. Не знаю, как сейчас не переименовать животных. Я бы переименовал. Так, короче, иди за мной. Давай. За мной, за мной, за мной, за мной. Сядешь рядом со своим сыном. Блин, я ведь их перепутаю когда-нибудь. Я точно буду знать, в общем, что это сын. Он будет у нас в уголке. А моя собака, Джордж, будет здесь. Вот так вот. Она будет повернута. Хорошо. Так, у нас есть Маттон. Кстати, Роу Маттон я вам не рассказал, но его добавили. Кстати, покормил, хорошо. Его добавили в новом снапшоте, но добавили в 28. Эй, так что я еще был в лагере, когда мог рассказать. К сожалению, еще из этого мяса... это мясо восстанавливает всего единичку сытости, но если его пожарить... О, можно даже просто сделать гамбургер. Вот видите, из тоста, и из этого, то вообще будет хорошая вещь. Из пожаренного, по-моему, можно вообще классную вещь сделать. Вот, там где-то я видел хороший предмет. Вроде вот, футлонг. Всего нужно, видите? Тут у нас есть хлеб, тут у нас есть мясо. Нужно лишь найти томаты, нужно лишь найти летус. А вот эти два механизма, ну, как бы, да, предметы создаются. И создаются очень просто. Вот. Поэтому, как бы, я сделаю, и тогда, возможно, она не крафтится, но очень... Ой, не стакается, но очень хорошо восполняет. Wholesome Large Meal. Если Large Meal, значит, хорошо. Так, а... Да, если она не пожаренная, то она половинку восстанавливает. Итак, также, в общем, пожалуй, я буду крафтить все за перемоткой. Не знаю, потому что очень много времени займет, если я сейчас буду все объяснять. А времени и так у нас уже прошло 12 минут. Пожалуй, я буду создавать ферму прямо сейчас, и вы будете за этим наблюдать. Погнали!